Всем привет! Сегодня с вами на канале Red Army Стрелок, то бишь я и моя маленькая, но очень нежная рубрика 30-секундный скорострел. Ну чё мы тут обзираем? В смысле чё? Чё? Лова! Лова! О! Ой! Шикарные ботинки, ей-богу! Во, реальные чешки. Не всякие там обычные берцы, шмерцы, а реальные ботинки, в которых можно шастать везде угодно, ходить по городской няше, лазить по подвалам, по чердакам, пинать куриц, птиц. Но основное их направление — это играть в страйкбол, бегать по полигонам и остальная хрень. Вот, шикардос, тапочки вообще по теме. Трекинговые чешки от баварских производителей с практически столетней историей. Как они это называются? А, Лова, Лова Зефир. В ботинках какая-то нереальная специальная климатическая водопроводящая стелька, которая всю влагу отводит от ноги очень глубоко в дебри. По всей длине подошвы пущена жесткая пластина, которая спасет вашу ногу от всяких острых приключений. Ну и сам ботинок прошит гортексом и защищен от всякой влаги, пакости и всего. Протектор четкий до такой степени, что сам подстраивается под любую поверхность. И, блин, наверное, в следующей модели даже ногой уже не придется двигать, можно вот так. Я успел их опробовать, и при температуре минус 24, минус 25 градусов, и в снега, и вот всякие когда реагенты на улице рассыпаны, и в лед. И, в принципе, уже поиграл несколько игр в клубе «Сталкер», по пыльному бетону бегал. Всегда показали себя отлично, не скользят, амортизируют и... Нормуль. Обзор показался вам слишком длинным? Сейчас все исправим. Офигенный ботинок!